недорогая вместительная мини-печь с 5 режимами работы и таймером. Сегодня видео мини-печь Starwind SMO-2003. Вместе с ней в комплекте идут решетка-гриль, алюминиевый противень, ухват, инструкция и гарантийный талон на год. Размеры печи стандартные. Займет столько же места, сколько и 20-литровая микроволновка. У печи большой объем – 30 литров. Его хватит, чтобы приготовить блюдо сразу на 5-6 человек. Посмотрим на корпус. Спереди большая дверца из жаропрочного стекла с ручкой из металла и пластика. Она открывается вниз. Внутри есть лампочка и 4 углубления, чтобы поставить решетку или противень на нужный уровень – выше или ниже. За счет этого в печи можно готовить сразу несколько блюд. Для устойчивости корпус имеет прорезиненные ножки. Сзади расположен шнур. На панели управления 3 регулятора. Первый отвечает за выбор температуры от 90 до 230 градусов. Средний включает один из 5 режимов. Верхний подогрев, нижний подогрев, комбинированный, верхний нагрев с использованием функции конвекции, конвекция с нагревом с двух сторон. Функция конвекции понадобится, чтобы хорошо пропечь блюдо внутри. Нижний регулятор устанавливает время приготовления блюда, максимально до 1,5 часов. Мощность у прибора высокая – 1500 Вт. Поэтому в нем можно приготовить пирог, запечь овощи и курицу. Получится не быстрее, чем в обычной духовке. Когда блюдо приготовится, печь издаст звуковой сигнал и отключится. Мыть печь легко. Внутренняя камера покрыта термостойкой эмалью. Ее достаточно протирать влажной тканью. Корпус также можно периодически протирать влажной тканью. Мини-печь Starwind подойдет большим семьям и тем, кто просто любит много готовить. Устройство имеет большой объем, высокую мощность и 5 режимов приготовления. Для удобства есть таймер. Прибор станет хорошей альтернативой духовке, если для нее не нашлось места дома или на даче.